на сцену приглашается Сергей Горшков. Номинация «Профи» и конкурс Игоря Григорьева. Здравствуйте. Никто картинно не вставал, не звал за родину, за веру, поскольку враг стрелял умело и жажду жизни укреплял. И бились мы наверняка, сходясь в атаке рукопашной, и мир крепили кровью нашей на равнодушные века. И я в двух номинациях, простите, еще один. Больничный коридор, прививки от мозгов, сбежавшая любовь и стихотворный вздор, дорожка на руке, погоны отцвели, пустые корабли покоятся на дне, и хочется сбежать, исчезнуть навсегда из душной пелены, окутавшей века. И где искать покой? Затравленной душе, затравленной душе, затравленной душе. И мы идем в кабак, налей, бармен, вина, помянем, старина, угасший свет в глазах, простим себе долги, забудем о стране. Дорожка на руке, пустые корабли. Спасибо. Валерий Савастьянов, Тула. Хотя Тулу почти Москва. Ну да, ну. Все, все, стихи читаю, а то... Троица. Знаю, все наладится. Верю, все устроится. В центре мироздания родина, семья. В центре мироздания ждет святая Троица. Мать моя, сестра моя и жена моя. Только бы не выдала тело посеченное, доползти бы, добрести до дома моего. Там святой водицею, там водой крещеною трижды сбрызнет матушка, снимет колдовство. Я шепну, родимая, хоть кольчужка слабая, ворогом разрублена, хоть мой конь убит, я пришел с победою. И сестра кудрявая перевяжет раны мне, кровь заговорит. И вернется силушка, чтобы вновь нехоженой мне идти дорогою, вновь пытать судьбу. Шей, сестра, сиделка мне, шей, колчанчик кожаный, нанеси на оберег заветную резьбу. Ты у нас красавица, ты у нас искусница, даже князь наш о тебе со мной заводит речь. Да пошлите младшего, чтоб стучала кузница, чтоб кольчугу новую не брал булатный меч. Ну а старший пусть ведет мне коня буланова и трубит в мой боевой, в мой победный рог. Да возрадуется друг, что я родился заново. Да споткнется враг, ступив на русский наш порог. Верю, все наладится, будет все, как вводится. Выпью ковшик браги я, жизнью не хитря. И жена помолится на ночь Богородице. Дай нам сына третьего, дай богатыря. Конкурс воли и огня поводыри. В памяти любимого Игоря Григорьева. На вечере памяти поэт называется. Вчера лишь союз принимали, деля с ним его торжество, а ныне скорбя приминали кладбищенский холмик его. И чтобы о нем не сказали восторги и зависть невежд, ты видел своими глазами свершение и гибель надежд. Жалеть ли о счастье жестоком поэтов, поднявшихся в рост? Они электроды под током, стихиями пишущих звезд. Чем люди бы связаны были? Как стали бы люди людьми без искры космической пыли, без жертвенной сварки любви? Спасибо. На сцену приглашается Григорий Батрынча.
Город Москва, номинация «Славянские ключи». «Я не смотрю вперед, мне проще смотреть на что-то», — грозно сказал учитель, — «надо играть по нотам. В ноты смотрю, но только мимо играют пальцы. Можно играть без звука, будто играть в скитальца. Можно сыграть Шопена или же сбацать Мурку. В принципе, с этим делом справится и шкатулка. Дома шкатулок много, пыль образует саван. Где-то зарыто детство, где-то на дне, на самом. В детстве живут моменты разных совсем окрасов. Вон, чуть пораньше серый волк говорит мне: здравствуй. В этом моменте детства надо играть по нотам, где-то повеселее. Здесь же берет зевота. Нужно играть плавнее, нужно играть легато. Рядом гундосит скрипка, а за окошком трактор. Гроздью висят восьмые в книжке на нотном стане. Только лишь ключ скрипичный ставится между нами. Только лишь ключ скрипичный мне открывает двери. Только Шопен и Мурка, просто на самом деле. Позже скажу, ну хватит. К черту все эти ноты. Я не смотрю вперед, мне проще смотреть на что-то. Спасибо. На сцену приглашается Михаил Полевиков, город Боровичи, Новгородская область. 95-летию Игоря Николаевича Григорьева, к поэту. Назвать по имени таящееся зло, ведь явный враг намного меньше страшен, и жизнь прожить в смятенном мире нашем свинцом терновым выстраданных слов. Тебе во след не скажут, он велик, но возвращаться будешь из забвенья, чтоб дать любви от пошлости спасение и возродить униженный язык. Ну и в этом году 275 лет первому борцу с коррупцией в нашей стране, Гаврилу Романовичу Державину. Ну сейчас второй, наверное, появился, Владимир Владимирович. Державин. Державин написал так: «Правда лишь над вселенной царь». Божественный вестник стихотворения. «Произвол, беззаконие и казнократство для отечества нашего злые враги. За спиной, кто с участием, кто со злорадством, ты, Гаврила Романович, себя береги. Не преклонен строптивец ни в деле, ни в слове. И дорога его то под суд, то в сенат. Он солдат, он поэт, он всегда наготове. Но вельможная рать на Руси, как стена, разрывается сердце от боли на части. Даже в Званке над Волховом отдыха нет. Он слагает стихи, наставления власти, как архангел несет ей утраченный свет». Спасибо. На сцену приглашается Анастасия Самарт. Добрый день. Мое стихотворение называется «Грузия». Где горные хребты улыбкой ночи озарены, и где, ища приюта, путник бедный наткнется на заброшенную келью, среди холмов и гибельных ущелий рождаются стихи. Где брат за брата ждет отмщения кровью, где до острата час свое оружие хексуры собираются в поход, где звери дикие и страшная опасность повсюду ждет, рождается пиит, где соловей скрывается пугливо в тени ветвей, где роза, что прекрасней всех цветов, его пленила, где дама ненароком обронила свой шелковый платок, рождается любовь. Спасибо. Александр Себежанин, город Псков, конкурс Игоря Григорьева. Сердце поэта. Сердце моего поэтического полную обнаженность рассматривать под микроскопом будете, или лупу сквозь, проявляя свою энциклопедическую просвещенность, рассуждать, конечно, станете. Вот, мол, разобралось. Нет, не разобралось оно, попросту разорвалось. Смотрите, как все прошито в заплатах,
швах и рубцах. Хотелось ему для каждого подарить любви малость, оставить себя частичку в бездушных чужих сердцах. По белу свету странствуя, напрягая силы все, радость дарила людям вместе всем, или поврось. Что ж вы теперь злобствуете над ним, обессилевшим, даже не замечая, что сердце разорвалось? Спасибо. Спасибо. Выступает Лариса Егорчина, Нижегородская область. Добрый день. Псков, Плесковии ворота, от высот его Кремля дальних далей горизонты, до морей Руси земля, неоглядные просторы, заповедные леса, острова, луга, озера, и повсюду чудеса. Чур, тиглицкая ундина, кажет личико извод, золотых волос пучиной околдует, обовьет. Акватория местами дна не видно, глубоко, не скудеет судаками, и с нитка добыть легко. На болотах тихо, глухо, клюква спелая у ног, отыскать земное ухо мудрено не всякий смог. У опочетского чуда сила действия мудра, и с загадками Бермудов дружит духова гора. Недвижим вороний камень под холодную волной, но коснется лихо пламень, тотчас вырастет скалой. Гнезда вьет в округе аист, по весне спешит домой, и соседствует на радость новый век со стариной. Спасибо. Спасибо. Выступает Геннадий Синицкий, Невель. Номинация открытая. За минуту до войны. Июнь, и в школах выпускной зарделось солнце воскресенье 22-е, выходной. Моей бабуле день рождения, всего 14 настало. Цветет под окнами ирис, еще не знает Левитанов, не знает лагерь сало спилс. Голубоглазые глазенки еще закрыты, видят сны, как деревенские девчонки мальчишкам дергают чубы. Еще не слышен запах гари сожженных сел и деревень. Еще не знает бабка Мария зверей в обличии людей. Еще не узница Дахау, еще за Бугом не вчера. Лишь солнце над деревней встало. Еще минуту, и война. Спасибо. Спасибо. Выступает Алена Ростовкина, Ярославль. Конкурс Григорьева. Здравствуйте. Стихотворение о предназначении поэта. Что же нам в этом мире осталось? Созерцать гармоничность природы, проживать эту силу и слабость под бескрайним шатром небосвода, замечать, что иным незаметно, облачать это в новую форму и бродить, растворяясь по свету, в переливах гитарных аккордов. Нам не чужды томления и страхи, даже если остынет планета, воссияет над пылью и прахом вдохновленное сердце поэта. Спасибо. Следующая выступает у нас Тамара Кашевая, Беларусь. Добрый день. Стихи посвящены памятнику Александра Невского, который меня потряс
глубиной своей философии и мощи. На горушке на Сахалихе затихает к полудню щебет. Ветерок дуновеньем тихим белоствольную рощу треплет. На исходе жаркого лета тишина здесь стоит такая, и дороги серая лента прихотливо с горы стекает. А на самой ее вершине вдруг простор не охватишь глазом, и стоит там стеной дружина со своим новгородским князем. Александр смотрит зорким оком на чуть озеро и округу, а по левую руку войско, псковский люд по правую руку, и колышет над Невским князем ветер бронзовые хоругви, да закаты все раз за разом красят кровью чудские глуби. Мирно спит гора Сахалиха, спит вороний камень Чудское, тихо спит Тевтонское лихо, но не дремлют ни князь, ни вои. То ли ветер шуршит в округе, то ли войско крадется вражье, а побьем супостата други. А чего ж не побейте, княже? Спасибо. Выступает Иван Иванов, город Псков. Достойно жить возможно бедняку, на лбу ведь не написано, что бедный, и ни к чему придумывать тоску, ведь у достойных есть рычаг победный, в чем тот рычаг в душевной теплоте и в доброте, и в радости мечтаний. Мы бедные, простые, но не те, кто для куска протягивает длани. Да, бедные, но дух богат у нас, мы любим и родителей, и деток. Пусть жизнь ведем, мы часто без прикрас, но не в плену у золоченых клеток. Достойно жить, вот главный наш посыл, и нет у нас ни слова укоризны. Блаженен тот, кто родину любил, и трижды, кто в ответе за отчизну. Спасибо. Спасибо. Выступает Елена Галактионова, Санкт-Петербург. Символ веры. Мир был другим, в нем было все возможно. На службах по 12 часов Бог к людям выходил неосторожно, показывая, кто он есть таков. Вот истина, вся разом, как на блюде, он до вопроса им явил ответ. И целыми селениями люди ко свету обращались, видя свет. Второе стихотворение на конкурс Григорьева «Творчество». Если это огонь, может дом поджечь. Если это игра, то не стоит свеч. Если это болезнь постыдная, если это судьба завидная, это чувство – мое призвание, но пока оно без названия. У него миллион обличий есть, то сомнение, то боль, то ненависть. Может жить без него – попробовать, без него, как без хлеба, проголодь. Не купить, не найти, не выменять. Это чувство мое без имени. Спасибо. Выступает Наталья Лаврецова, Псков. Так уж если я споткнусь, простите. И сегодня мне не скучно, да и завтра, может быть. Александр Сергеевич Пушкин не дает себя забыть. То опять он спорит с прессой, вызывает на дуэль хоть кого, но не Дантеса. Этот лель не русский лель. Лучше Кюхлю пусть дурачит, ловит взгляды Натали, по Михайловскому скачет, приняв бочки штуки три. Пусть стоит, опершись задом, а чугунный парапет с кем-то там в цилиндре рядом. Только не с Дантесом, нет. Пусть стихи друга друзьям читает, подмоченных яблок хруст. Рядом пусть хоть кто вздыхает, только чтобы не француз.
Пугачева пусть он пишет, писем ждет из дальних мест. Пусть хоть кто ему напишет, только чтобы не Дантес. Пусть все сбудется, конечно, слава век прильнет глазам, только чтоб Дантес увечный к черной речке топал сам, чтобы кони не скакали и застряли бы вдали, секунданты наплевали или вовсе не пришли, чтобы пули в снег упали, вверх взлетела лишь строка, чтобы речку не морали, сделав черной на века. Что ж грустишь, мое сердечко, аль морожки цвет поблек, ах, опять над черной речкой кружит белый-белый снег. Спасибо. Лариса Киселева, поселок Сибирский, Ленинградская область, конкурс Григорьева. Русским поэтам, глашатые вечного слова, зерно, что лежало в божественной длани, в назначенный час засияло во мгле, по воле Господней даруя земле свет истины, счастье и муки страданий. Поэты, глашатые вечного слова, с особыми свойствами чуткой души, как иноки, твердо однажды решив, свой жребий вверяют сердечному зову. И в жизни, и в смерти они одиноки, вступая на путь из горящих углей, где слезы и пот благодатный елей, служение правде находят истоки. Труднее всего быть поэтом в России, не став палачом, хладнокровным судьей, смириться с неспосланной свыше судьбой, отдав бескорыстно таланты и силы. То бунты терзают, то распри, то войны, но Русь воскресает из небытия. Горька благодарностью чаша сия, остаться ей верным и чести достойным, и в житнице Божьей быть малой крупицей, слагая стихи на родном языке, с любовью и чаянием в каждой строке, по-русски и жить, и мечтать, и молиться. Спасибо. Спасибо.